Виновника смертельной аварии бывшего функционера «Единой России» Сергея Кучина могут освободить условно-досрочно. Решение о досрочно-условном освобождении Сергея Кучина принял Петрозаводский городской суд. Как отмечает столица Наонега, за время пребывания в колонии поселения с 2015 года Кучин получил 14 поощрений. Руководство исправительного учреждения посчитало возможным освобождение. Решение городского суда может быть обжаловано, поэтому Кучин пока останется в колонии. Напомним, Сергей Кучин стал виновником смертельного ДТП в Петрозаводске в декабре 2013 года. Тогда автомобиль «Ауди» разбился на набережной Варкауса. В аварии погиб пассажир Дмитрий Котовский. Как установило следствие, за рулем в момент ДТП находился Сергей Кучин, на тот момент являвшийся заместителем руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия». В феврале 2015 года Верховный суд Республики признал его виновным и приговорил к 4 годам колонии поселения.